приветствовать вас на 37-м осеннем бале МГИМО. Традиционно здесь собираются как преподаватели и студенты вуза, так и представители МИД России и культурной элиты страны. За час до торжественного открытия конференц-зал МГИМО уже полон гостей. Проходят последние приготовления, репетиции танцев, и вот на сцене уже держат слово организаторы бала и почетные гости. Сегодня у нас поменьше, чем это всегда бывает, но это абсолютно не меняет суть. Отдавая дань чудесной традиции, осенний бал МГИМО прошел в штатном режиме, несмотря на пандемию. Все участники бала были привиты или имели отрицательные ПЦР-тесты. Скажите, пожалуйста, это ваш первый бал? Это мой второй бал. Для меня это шестой бал. Это мой первый бал. Это мой пятый бал. Это мой шестой бал МГИМО. Вы впервые первокурсники. Я в третий раз, но с каждым разом я жду это событие все с большим и большим нетерпением. Попасть сюда может любой желающий, но тем немногим, кто посетил все репетиции, выпадет честь открыть сегодняшний вечер. Можно прийти на бал, если у меня, например, нету партнера? Я думаю, что можно, главное желание и открытость, чтобы завести как можно больше знакомств. Думаю, что можно прийти на бал без пары, тут много хороших партнеров, всегда можно найти с кем потанцевать. Ребят, если вы сомневаетесь, идти на бал или нет, однозначно идти. Это одно из самых ярких и масштабных мероприятий, проводимых в ГИМО, которое погружает вас в невероятную атмосферу 19 века. Татьяна Николаевна, лучший преподаватель по танцам. Я всю жизнь думал, что я умею танцевать вальс, оказывается, нет. Теперь я его танцую превосходно. I went to dance practice. I practiced dance also a couple of times, so maybe a couple of days. It's been a great experience having the teacher at our hand. She's been very, very strict with us, very direct, but in a very charming way. Любимая часть бала, наверное, это все-таки открытие, да, когда все вот только пришли, такая, ну, радостная атмосфера. Мой любимый танец – это французская кадриль. I like tango, specifically Argentine tango. I lived in Argentina. And you? I really like the венгерский танец. Потому что вы шестой раз, вам очень нравится здесь. Расскажите, что конкретно вас зацепило? В первую очередь это атмосфера, потому что когда танцуешь, можешь отвлечься от всего и получить настоящее удовольствие от всех видов танцев. Здесь действительно очень хорошая атмосфера, всегда очень доброжелательно, великолепная организация. I feel really at home, you know, the fact that MGMO is university gives us a chance to express ourselves artistically. It's really relaxed and I really like it so far. It's a very nice atmosphere. It's very fun. Yeah, the environment is very, as you say, aristocratic. It reaches up to its expectations. Бал дает мне такие эмоции, которые я не могу получить ни на одном другом мероприятии. Традиционно бал состоит из четырех частей. После классической программы гости приглашаются на фуршет, а завершает вечер всеми любимая латино. Бал проводится раз в полгода, поэтому уже этой весной конференц-зал МГИМО снова распахнет перед вами свои двери, чтобы удивить вас невероятной музыкой, подарить непередаваемые эмоции, новые знакомства и просто сказочный вечер в стенах любимой Альма-Матер.